Всем привет! В Омске раннее утро я встречала орхидеи, которые прилетели на самолете. Это не они. Эти вчера приехали. Сколько я не пытаюсь сделать так, чтобы поставки были в разные дни, часто происходит так, что в один день приезжают именно цветущие одновременно. Кстати, скоро приедут Сони, подростки. Вот такой красивый биглип. Составила в один поддон, чтобы это было быстрее, как та пчела от одной орхидеи к другой. Вот этот в ценнике у меня написан розовый с тигровой губой. Губа здесь, конечно. Умопомрачительная. Высокий. Из всей поставки самые высокие пришли вот это биглипы. Я уже шутила в чате девочкам, говорила, у нас скоро Лариса удалится из чата. Отправками занимается Лариса, она клеит коробки, а это я вам хочу сказать, тот еще... То еще-то событие, надо обойти все близлежащие магазины. Длинных узких коробок, конечно же, нет. А потом их склеить и уложить туда орхидеи. Первый раз заказала вот такую бабочку. Сколько зарекаюсь, не буду бабочки возить. Не знаю, не понимаю особо смысла в мутациях, но вот эту одну из них оставлю себе. Смотрите, какая нежность и какой он большой цветок. Линейку принесла и про нее забыла. Я сонная, спала часа 3-4, наверное, не больше. Получится одной рукой так-так. Хочется покрупнее цветок показать. Сантиметров 9 есть точно. Как всегда, выше-выше, они немножко поменьше. Вот этот самый большой. В общем, вот такая бабочка. Одна, которую последнюю не заберут, останется жить в моей орхо-вселенной. Я поняла, что мне она нужна. Два цветоноса. Как говорят, полная мутация. Все цветы за щипами. Вот первый поддон. Сейчас соберу еще. Вот я вчера намучилась фотографировать вот эту орхидею. И форма, и цвет. Я думаю, ей прям соответствует название «Черный лебедь». Цветы не крупные, но я даже не знаю, с чем их можно сравнить и можно ли эту орхидею с кем-то перепутать. Мне кажется, невозможно. А тут бы, наверное, кстати, солнце и не помешало. Несмотря на то, что у меня южная сторона, солнышко еще к нам окно не заглядывает. Я попробую снять ее при солнышке. Ну и орхидея, которая полюбилась всем. Тоже вы видите, какие восковые пластиковые цветочки. Она яркая, невероятно яркая. Особенно, когда открывается, это что-то с чем-то. Вот такой поддон я приготовила, потому что надо как-то подбирать все равно их по цвету, соответствовать. Некрупные. Некрупные цветы, но безумно эффектные. Я знаю, что многие прям любят такие темные. Интересные, очень интересные. Даже одной парфюмерной
фабрики достаточно для того, чтобы заполнить ароматом всю комнату. У кого они есть, со мной согласятся. Это фабрика «Бабочка». Вот такой красивый лист у них. Фабрика – это орхидея, которую можно не подписывать. Ее видно сразу, если, конечно, как у меня, она в единственном экземпляре. Дама довольно капризная, может быстро скинуть цветы, засушить бутоны. Это для нее нормально. Тоже, кто ее покупал, у кого она есть, все это знают. Прекрасно. Как все красавицы, она капризна. Вот. Есть бабочка Стелленбош. Она не особо красавица, не особо капризна, и она из точки роста цветонос. Кстати, у фабрик тоже постоянно из точки роста цветонос. Покажу, что нет. Не из точки роста. Все три бабочки фабрики без закрытой точки роста. Это орхидея Стелленбош с цветоносом и с точки роста. И солнечные красотки. Невозможные. Очаровательные. Это сладкие девочки. Добавят настроение в любую погоду. Принесут радость в любой дом. Вот видите, открывается какой светленький цветок и какой он становится насыщенный со временем. Тут прекрасно все. Цветок. Сказка. Губа яркая, сам яркий, становится ярче со временем. Это сладкая девочка. Я вам показала, что у меня есть три бабочки фабрики. И не показала не бабочку. Непростительная ошибка. Вот растет лист. Видите, какой он весь. Крапушку. Так что фабрика есть еще и не бабочка. Для тех, кто не видит принципиальной разницы. Аромат дарят и та, и другая. Ну и поддон Little Flash. Как давно их не было. Их не было очень давно. Орхидея, у которой каждый цветочек с индивидуальным рисунком. Как будто мороз на стекле нарисовал. Мой возраст. Может, кто помладше, не знаю, вряд ли. Те, кто застал не пластиковые окна, помнит в Сибири, как мороз рисовал рисунки, а мы их разглядывали. Вот что-то подобное. Вот так на заставку. Красиво? Или поближе? Вот так. Про то, что чармер должен быть в каждой коллекции, я уже говорила и не отказываюсь от своих слов. Вот они, красавчики чармеры, их тоже поддон принесла. Показать. Это даже на 20 аноса, хотя заявлено на один. Такое бывает, что в поддоне ставят, вот видите, 20 аносов, а вообще они были все на один. И бывает также наоборот, заявлено на два. Хотя бы одну орхидею, но могут поставить на один. Также на три,
поставят на 2. Но вы поняли, я думаю. Вот. У кого еще нет чармера, откроет все бутоны, вредничать не будет. По ссылке едет замечательно. Его, я считаю, после дикого кота самой выносливой, неприхотливой орхидеей. Цветет долго, цветы держат долго, они вам надоедят, выгорят, и вы отрежете цветонос сами. Это правда. Еще одна орхидея, стараюсь как-то хоть по цвету, что ли, их подбирать. Сога Лоуренс. Как-то я говорила, Голландия наступает на пятки Азии. И вот уже можно не ждать, купив подростка цветения, а взять сразу цветущий Сога Лоуренс. Про то, что он пахнет скумбрией, я бы поспорила, но не буду. Мне кажется, он пахнет не скумбрией, не колбаской. Ну, какой-то своеобразный такой специфический у него запах. Довольно приятный, как по мне. Не знаю, кому как. Вот такие есть пышные, красивые. Лаврентии. Кто, как и я, любит переливы, переходы цвета. Это красавица. Вот ее надо все-таки, наверное, издали снимать. Сейчас попробую ближе. Это Сара Бланш. Усики. Сотка невозможная. Нельзя быть такой красивой, я считаю. Это прям переборище. Их тоже поддон. Кому нужны, обращайтесь. На телевизоре посмотрю обязательно сама. Какая красивая. И не хватило всем вот этой красавицы. Что самое смешное, я оставляла одну себе и даже ее забрали. Этот раз оставлю обязательно. Без тоши мои орхидеи загрустят. Или я. Это красотка Тоши. До этого были на цветоносах и были ароматные. Сейчас я не знаю, ароматные, не ароматные. Ну, наверное, раз те были ароматные, так и эти. В общем, тут еще и вот такая история. Вот такой лист. Как он? Я думаю, такая красавица нужна всем. В конце будет визитка, на нем номер телефона, пишите в WhatsApp, пишите в Telegram. Чуть позже сделаю обзор того, что прилетело, чтобы не делать очень длинные видео. Пока-пока!